С раннего утра сотрудники мэрии и мастера дорожной службы вышли на мониторинг территории для фиксации всех разрушений и определения видов, объемов и стоимости восстановительных работ. В ликвидации последствий стихии задействованы бригады рабочих и спецтехника. Ночью убирали сходы грунта на Днепровской, Гоголя, Карьерной, 50 лет в ЛКСМ и по другим адресам. Кроме того, для схода воды специалисты открывали и прочищали ливневки. Дорожники переведены на круглосуточный режим работы. Инженерные службы в постоянном режиме ночью проводили ревизию ливневых канализаций, вот, потому что попадает большой поток воды, попадают бутылки, попадает мусор, попадают пакеты, попадают всякие посторонние предметы. Это такие ливневые канализации, как на Иманской, да, на Строителе у нас, да, на Динамо. Эти моменты прорабатывались, две смены, очищались, прочищались. Смена произошла в 8 часов на местах базирования, на местах работ. Вот, все выдвинулось, народ вышел в количестве единиц техники 108 единиц и около 100 человек личного состава.